дорогой Дедушка Мороз, или Снегурочка, или Санта-Клаус, или кто там еще? Слушайте все! В 40-й раз уже я стою вот здесь вот, в новогоднюю ночь, мерзну и загадываю желание. И что я получил за все эти годы? Ничего, ну не считая, конечно, 5 острых респираторных заболеваний, 7 ангин и 13 катаров верхних дыхательных путей. Нет, вам там наверху, конечно, виднее. Но за что, ребята? Я всю жизнь был таким хорошим мальчиком. Я никогда не получал двоек. Я всегда слушался маму с папой. И мои бедные родители, они в жизни не сделали ничего дурного. Ну, кроме меня, конечно. А я всегда верил в то, что мне обещали. В социализм, в коммунизм, вот в капитализм с человеческим лицом. И что такого я мечтал иметь все эти годы? Ну что? Квартирку какую-никакую, но лишь бы отдельную. Какую-то машину, ну хоть старую. Дачку, ну пусть далеко-далеко, и хотя бы раз в жизни. Путевку, ну хоть в солнечную Болгарию. И немножко денег, так вот, ну дочке на университет. И себе на здоровье. Мало ли там, если не дай бог, что случится, просто чтобы родным не быть обузой. И что я получил? Неужели у меня никогда этого ничего не будет? И неужели для того, чтобы все это иметь, нужны какие-то чудеса? И неужели этих чудес не бывает? Ай. Че? Это все, что ты хотел попросить у Дедушки Мороза? Опа. Больше ничего? Нет. Больше ничего. Ну разве что. Нет, все. Это все. И у тебя, сукин ты сын, хватает наглости просить все это у человека, который с радикулитом за 500 рублей в день в этой бороденке и старом ватном халате стоит на морозе? Прости, пожалуйста, просто я в тебя очень верил всю жизнь. Я на тебя всю жизнь так надеялся. Ладно. Все. Теперь надейся только на себя.